наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское командование придавало важное стратегическое значение, началось летом 1941 года. На Ленинград шла группа армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон Лиеба. В августе тяжелые бои шли уже на подступах к городу, немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда. По плану Гитлера, город должен был быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его, уничтожены. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. С 13 сентября начался артобстрел города, который продолжался всю войну. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привел к сотням тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться, работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт. Единственным путем сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро. 22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге, которая получила название «Дорога жизни». Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение. Зимой эвакуировали население и доставляли продукты питания. Всего эвакуировали около миллиона человек. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и враг был отброшен от города. А окончательно блокада была снята 27 января 1944 года. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. По разным данным, за эти годы в городе погибло свыше 1 миллиона человек. Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград получил звание города-героя за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады. 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР город-герой Ленинград был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».